ходе своего визита в Бухарскую область весной прошлого года глава государства ознакомился с социально-экономическим развитием региона. Среди представленных был и проект современных кинотеатров. Идея реализована бухарскими бизнесменами в короткие сроки. В канун Нового года открыл свои двери новый кинотеатр. Два зала, каждый из которых рассчитан на 75 мест. Здесь будут проходить показы отечественных и зарубежных фильмов. На территории для удобства гостей также оборудовали детскую площадку, кафе, рестораны и залы ожидания. Открытие такого места отдыха своего рода – подарок бухарцам к празднику, отметили на торжественной церемонии открытия. Добавим, что несколько месяцев назад подобные кинотеатры открылись в Шафирханском и Бухарском районах области.